Говорит, есть такое животное, бинтуром, там хищник по натуре, но он ленивый. Да? И ест только траву, поэтому и огурцы, и помидоры, что дают. Он ленивый, но хищник. Ты моя хорошая, медведь, ты моя сладкая. Ой, ты, мы как кушаем-то, голодные мы, Тань, мы голодные. Александр Борисович, это самое, за то, как он тебя оставит, если садится. Ну, пусть оставит. Карантин пройдет у нас за недорого. Какая лапа. Еще.